Такой необычный подарок приготовили ученики 11 класса. Из найденных в архивах фотографий старшеклассники сделали своеобразную летопись школы. Глядя на черно-белые снимки, датированные концом 60-х годов, можно сразу узнать фасад здания. По словам педагогов, с каждым годом школа становится только лучше. Пополняется учительский состав, кабинет обеспечивают современным оборудованием. Ну, школа – это семья такая наша, даже не маленькая, а большая наша семья. Она дала мне новых друзей, новых знакомых, конечно же, знания. Мы все дружим, также мы дружим очень сильно с учителями. Мы подходим к ним за советами, с какими-либо просьбами, я не знаю, в трудных ситуациях жизненных. Также всегда учителя нам помогают. Сейчас в школе номер 9 учатся почти 700 детей. Помимо обязательной учебной программы, здесь организованы дополнительные занятия. Каждый может выбрать себе занятие по душе. Наша школа является пилотным проектом по внедрению федерального стандартов обучения, государственных стандартов. Уже 10 лет мы внедряем этот государственный стандарт. В стандарте уже учатся даже наши 11-классники. А в связи с этим это, конечно, внеурочная деятельность. Внеурочной деятельностью, кружками по различным интересам и направлениям заняты 100% учащихся в нашей школе. Самбо, бокс, художественная студия и кружок рукоделия – это далеко не полный список кружков. Школу славят ее ученики. В этом году юные спортсменки стали кандидатами на участие в Олимпиаде молодежи по пляжному волейболу. А образцовый вокальный коллектив «Мы вместе», состав которого входит воспитанницы 9-й школы, выступает на сельских и городских праздниках. В честь юбилея руководству подарили мультимедийный комплекс и спортивный инвентарь. Разрешите мне от имени главы муниципального образования город-курорт Анапа Юрия Федоровича Полякова поздравить школу, в первую очередь, с таким знаменательным событием. Это 3/4 века, юбилей, и разрешите зачитать приветственный адрес. Дорогие учителя, обучающиеся родители, сегодня вашей школе исполняется 75 лет. Примите самые искренние поздравления с этим торжественным и славным юбилеем. Сердечно поздравляю вас всех с юбилеем, желаем всему коллективу школы крепкого здоровья, высокого профессионализма, настойчивости и терпения в деле воспитания подрастающего поколения. В этом году администрация помогла в ремонте школы. На 3-м этаже здания положили 250 метров новой плитки. Поддержку оказывают и спонсоры. На их деньги был сделан ремонт спортзала, установлено новое ограждение школы. Уже в следующем году планируется отремонтировать старое здание, в котором сейчас находятся мастерские. Проект уже готов и находится на утверждении. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.